Константин Крюков, внук Сергея Бондарчука. Константин Крюков – вполне самодостаточный актер, который снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. Но, как ни странно, многие не в курсе, что Константин является внуком легендарного советского режиссера и актера Сергея Бондарчука и не менее легендарной советской актрисы Ирины Скопцевой. Детство Константин провел в Швейцарии, по настоянию деда окончил с отличием художественную школу в Цюрихе, учился в школе при посольстве Германии в Москве, при этом 10 и 11 классы окончил экстерном. В 2006 году он получил юридическое образование и планировал заняться бизнесом. Но, как обычно, все решил случай. Его дядя, как вы уже догадались, речь идет о Федоре Бондарчуке, пригласил парня на съемки в фильм «Девятая рота». И понеслось. Константин заболел кинематографом и на данный момент удачно сочетает съемки во всевозможных проектах со своими увлечениями – рисованием, есть собственная художественная мастерская в Праге и изучением драгоценных камней. Иван Янковский – внук Олега Янковского. Внук знаменитого советского актера Олега Янковского и, соответственно, сын актера и режиссера Филиппа Янковского Иван Янковский без сомнений знал, что пойдет по стопам своих звездных предков. С 8 класса обучался в Московской международной киношколе, по окончанию которой поступил в ГИТИС. Первую главную роль Иван получил в 2008 году в фантастическом триллере Романа Прыгунова «Индиго». А с 2013 года он стал актером студии театрального искусства. Также, в качестве приглашенного артиста, Иван занят в спектаклях театра Ермоловой. Софья Евстигнеева, внучка Евгения Евстигнеева. К сожалению, Софья так и не застала при жизни своего знаменитого деда Евгения Евстигнеева. Девушка достаточно серьезно увлекалась бальными танцами и даже выиграла несколько престижных наград. Но слава легендарного деда не давала ей покоя, и она решила стать актрисой. Сменив фамилию, ведь изначально она была Разуваевой, девушка поступила в школу-студию МХАТ. Закончив театральный вуз, Софья осуществила свою мечту – стала актрисой МХАТа. Первой серьезной работой в кино стала роль Авроры в фильме «Заповедник». Сейчас внучка Евстигнеева занята на съемках сериала «Собор», который должен выйти в этом году. Мария Казакова – внучка Михаила Казакова и внучка Юрия Яковлева. Мария Казакова умудрилась стать внучкой сразу двух знаменитых советских актеров – Михаила Казакова и Юрия Яковлева. Свои первые шаги в мире кинематографа она сделала еще в детстве и, конечно же, не сомневалась, что станет актрисой. В 2013 году окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина в Москве и сразу же была принята в труппу Московского академического театра сатиры. На счету Марии более 20 ролей в кино и сериалах. Остается лишь пожелать молодым людям счастья и, конечно же, творческих успехов. Понравился выпуск? С вас лайк и подписка. Ролик подготовил Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы.